Ох, батюшка, на Менни ездила в зимний на бал. Ой, ну такая скука. Князь Крышкин графа Крушкина на дуэль вызвал. За меня драться будут. Ой, такие дураки оба. Ни один, ни другой мне даром не нужны. Совсем спятила. Что задумала, Поля? Была Поля, а теперь Анастасия. И то не для всех. Для вас, Карл Модестович, сударыня, княжна, госпожа Долгорукая. Да знаю уж. Вот ведь какую чепуху себе в башку вбил. Да как ты смеешь со мной в таком тоне разговаривать? Да вообще, что ты здесь делаешь? Насколько я знаю, вы больше не служите у Корфа. Вот, Варьку зашел повидать. Ой, господи, господи. Ну, заодно и вас, княжна. Теперь будем видаться в поместье Долгоруких. То есть как? Да-да. Я переезжаю в поместье к своему батюшке. И вы будете мне служить. Я твоя будущая хозяйка и требую, чтобы ты отправился к месту службы. Нечего по соседям шляться. Смею напомнить, княжна, мы были близкими друзьями. Ты был мне другом? Дай-ка припомнить. Ах, ну да, да, конечно. Должно быть, именно из большой дружбы ты меня в конюшне выпорол. У друзей случаются ссоры. А вольную мою ты тоже по дружбе разорвал? Страх, как не хотелось расставаться. А что ты наговорил моей мачехе, княгине Долгорукой? Что? Ну что-что. Ты сказал, что я никчемная работница, лентяйка и потаскуха. Но ведь это правда. Ой, идите разбирайтесь в другое место. Надоели ведь оба. Пошла я, не по чину дворянки, с голодранцем лясы точить.